Всем привет! Снова хочу показать, что приобрела для своего сына. Напомню, что ему 2 года 2 месяца, ну плюс-минус пару дней. Ему очень нравится работать руками, различные поделки делать. И мне очень нравится искать вот такие вот заготовочки в галамаркете. Галамарте. Сегодня заходила, по скидке были вот такие аппликации с пуговками. Мне очень понравились. Взяла такие нейтральные картиночки. Мишка с лисичкой. Тут вообще очень много различных картинок. Но у нас были представлены только определенные. И я их, соответственно, взяла. Здесь у нас вредная еда, как я планирую ее обыграть. Правда, яичко не знаю, как еще. И полезная еда, овощи, фрукты, ягодки. Солнышко, тучка, пчелка. Ну и вот мишка с лисичкой. Я так полагаю, сейчас открою, посмотрю. Здесь идут пуговки на липкой основе, на липучках каких-то. Потому что они на подложках изначально не болтаются. И их надо еще как-то будет приклеить. Значит, у них должно быть что-то это продумано как-то. Сейчас посмотрим с вами. Оп. Да, они вот тут вот липкие. Наклею. Я думаю, что Илье очень понравится. Он очень любит такие поделочки. И вот эти стоили 43, по-моему, или 49 рублей. Что-то там кругленькое на конце было. А вот эти со стразиками были по акции за 39 рублей. Так у них написано цена по 120-150, ну 129-149. По такой цене я бы их не взяла, конечно, потому что, ну, как-то слишком. Здесь, там очень много было девчачьих, вот, чтобы мальчику подошло. Это вот опять овощи, фрукты. Взяла со стразиками. Он очень любит, у нас уже много наклеил. Еще тоже еда. И вот такая вот, я не знаю, моль, бабочка. Тут по цветам клеить. Мы уже несколько месяцев клеим. Начали мы где-то в год и 8, нет, в год и 10, наверное. Потому что очень давно, все лето мы уже клеили. Может, даже в год и 8. Еще у них там есть тоже клеить, но не стразики, а такие из мягкого материала. Не помню, как он называется. Полистон твердый. Не помню, как он называется. Илье тоже очень нравится, но акции не было. Были за 100 рублей. Решила в следующий раз зайти. Я обычно захожу, беру сразу все, что нам подходит. И вот за пару месяцев мы это все клеим, рисуем, пишем. Все, что я куплю, приобрету. И недавно показывала то, что я взяла на Сималенде. Думаю, что нам на январь-февраль вот этого всего хватит. Спасибо за внимание. Надеюсь, кому-нибудь пригодится. Кто-то в Галамарт может зайти, купить и творить в новогодние праздники. Всем пока!